Слава, тебе большой привет всему твоему городу Чистополь или Чистополь, как правильно, Чистополь, наверное. Всем ребятам твоим, друзьям, родственникам всем, большой твоей семье. Здоровья тебе, удачи во всем. Финансовой всегда стабильности, чтобы все хорошо было. Значит, быстренько, то, что обещал, там два видео обязательно отсмотри, что я тебе сбросил. Я тебе вот такой эспандер подарил, да, узнаешь. СХР, да? То есть такое же точно, как у тебя. Но только я покажу тебе на примере. Вот это эспандер для 91 килограмм, для заруб. У меня в группе на нем идет заруба. Он имеет достаточно широкие ножки. Значит, смысл в чем? Ты посмотришь виды установок, там, с блоков, не с блоков. Самое главное, смысл в том, вот показываю, чтобы ручка эспандера, вот эта ручка, которая будет лежать в ладони, фактически была по средней хиромантной линии расположена. И не дальше к большому пальцу, не сюда. И фактически не очень близко сюда. Вот здесь оптимальное место для того, чтобы твои фаланги развили максимальное давление на закрытие. Так как самый сильный мизинец, ну ты это должен знать, ты борешься, понимаешь, что мизинец самый сильный, на нем мышца висит. На всех остальных по два сухожилия на каждом пальце. Здесь два сухожилия и мышца. Мы будем закрывать мизинцем. То есть у нас установка должна быть. Вот видишь, я рукой постоянно этой держу. Вот видишь, держу. Как бы, чтобы немножечко в руки вложить. Это, ну, как бы наиболее удачно и удобно расположить и вложить. Вот я поджимаю его. Видишь, чуть-чуть поджимаю. Руки, пальцы располагаю ровно. И мизинец на краю. Вот он как бы наполовинку, он, видишь? И закрываю. Вот, да? Фактически он даже след остается как бы наполовину. Не полностью он лежит на ручке. Не полностью. Соответственно, рычаг у тебя уменьшается, мизинец двигается выше, это тяжелее. А как бы по краю его протягивает эспандер? Ну и также еще, ты понял, то есть тренируй. Лучше даже палец вот сюда подставь, большой палец, чтобы не давать двигаться этой ручке. И пытайся, вот так палец как бы подставил, и пытайся ручкой закрывать. Хлоп, закрыл, да? Это с установки. Ну, а там установки карты, там блоки, это все понятно. И с ТНС. С ТНС ты рукой этой второй не пользуешься, ее нету. Ты просто берешь со стола эспандер, крутишь его как хочешь. Крутишь и укладываешь его в ладони. Большой палец используешь как, в общем-то, он прижимает эту ручку, не давая ей далеко уезжать. Ты им как бы наоборот отталкиваешь. И работаешь вот этими пальцами, да? И вот без установки ты делаешь поджатие вот этими двумя пальцами, немножко сдавливая. И в этот же момент захватываешь уже всеми остальными. И закрываешь. Это закрытие без установки считается самое сильное. То есть это тогда ты... Ну, в общем, этот эспандер точно преодолел, если ты можешь его одной рукой закрыть. Запомни. Три момента. Ручка посередине. Вот где-то так она стоит. Посередине ладони фактически. Вот если так согнуть, это примерно получается, ну, в ложбине. Если вот так руку сжигинаешь, она у нас получается как в ложбине лежит, да? Ручка эта. Палец, мизинец. Где-то вот так вот. Посередине где-то давит. Не вот так, не выше. Не самым кончиком, чтобы срывалось, а где-то посерединке. И, в общем-то, дальше это только твоя сила, экстремальная там возможность, а они у тебя есть. Все, давай, удачи. Жду видео от тебя.